большинства жителей Карачаево-Черкесии есть полис обязательного медицинского страхования. Но далеко не все знают, как им пользоваться в полном объеме. На самом деле он дает возможность получить высокотехнологичную медицинскую помощь, проходить профосмотры и даже лечиться в ряде частных клиник. Об этих и других возможностях застрахованных, о новых услугах в рамках ОМС мы поговорили с заместителем директора филиала акционерного общества МАКС-М в городе Черкесске Индирой Иркеновой. Практически у каждого из нас есть полис обязательного медицинского страхования. А что он дает? Какие виды помощи мы можем получить по нему? Полис обязательного медицинского страхования предоставляет гражданину получение медицинской помощи в данном субъекте, где проживает гражданин, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации. То есть человек по данному полису может получить качественную, бесплатную медицинскую помощь. Индира Ибрагимовна, а если у меня нету полиса, но так случилось, мне надо идти к врачу, а я не могу его найти, смогу ли в таком случае я получить медицинскую помощь? Одно дело, когда человек не застрахован, и другое дело, когда у человека есть полис обязательного медицинского страхования, он потерял, не может предъявить. В первом случае, когда человек вообще является не застрахованным лицом, экстренная и неотложная помощь человеку оказывается без наличия медицинского полиса, документов, удостоверяющих личность, до того момента, пока устранится угроза здоровью и жизни данного гражданина. В случае, когда человек потерял полис, с 1 декабря 2022 года появились новые полисы, цифровые медицинские полисы обязательного медицинского страхования. Вот на тот случай, если у человека нет, теперь для получения бесплатной медицинской помощи человек может обращаться в поликлинику, предоставив только паспорт. А цифровые полисы имеются уже, данные цифрового полиса имеются в едином регистре застрахованных лиц. То есть уже медицинская организация сама смотрит в этот единый регистр застрахованных лиц и может оказать медицинскую помощь без наличия у пациента полиса ОМС на бумажном носителе на руках. Вы сказали, в течение человек обратился в течение суток. Но на практике мы видим же чаще всего, что в поликлинике записывают через 3, было к узким специалистам и через 7 дней. Правильно, запись к врачам-специалистам осуществляется с момента обращения в течение 14 рабочих дней. То есть это не противоречит? Это не противоречит законодательству. Многие считают, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь только в стенах государственных медицинских учреждений. Так ли это? В стенах государственных учреждений, работающих в системе ОМС, не все государственные медицинские организации входят в систему обязательного медицинского страхования. Например, наркологическая служба, наркологический диспансер, психоневрологический диспансер, станция переливания крови, противотуберкулезный диспансер, они не работают в системе ОМС. То есть там полис ОМС не имеет никакого влияния и действия. А некоторые частные медицинские организации, которые вошли в систему обязательного медицинского страхования, да, там по полису ОМС можно получить бесплатно медицинскую помощь, несмотря на то, что это частная медицинская организация. В том числе и стоматологические услуги. Вы сказали про стоматологию, это одна из самых дорогостоящих видов, да, медицинской помощи. А скажите, в частных клиниках какие услуги стоматологии может получить человек? Те же самые услуги, которые оказываются и в государственных медицинских организациях, то есть это лечение зубов, пломбирование, лечение десен, удаление зубов, кроме такой медицинской услуги, как протезирование. Протезирование, к сожалению, не входит в систему обязательного медицинского страхования, и право бесплатного протезирования имеют лишь определенная категория граждан. Индира Ибрагимовна, скажите, вот медицинскую помощь человек может получить в государственной или в частной клинике только на территории Карачаево-Черкесии или в другом регионе нашей страны тоже? Застрахованный гражданин имеет право получить качественную бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Однако жизнь показывает, что очень часто в соседних регионах, даже в Ставропольском, Краснодарском краях, жители Карачаево-Черкесии отказываются обслуживать по полису медицинскому и навязывают им платные услуги. Скажите, это законно и куда человеку следует в таком случае обращаться?
В таком случае необходимо обратиться к руководителю данной медицинской организации, куда вы обратились, либо в территориальный фонд того субъекта, где вы сейчас находитесь, или же позвонить в свою страховую медицинскую организацию, номер которого указан у вас на обороте страхового медицинского полиса. Помогут? Помогут и помогают. А если человек хочет получить высокотехнологичную медицинскую помощь в другом регионе, ну, например, в каком-то крупном центре, он имеет на это право? Показания для получения высокотехнологичной медицинской помощи определяет, конечно, лечащий врач, тот, который знает всю вашу историю заболевания. Затем лечащий врач представляет данные, обосновывает данное требование о том, что этому пациенту показана высокотехнологичная медицинская помощь на врачебной комиссии. И далее уже документы передаются для направления в федеральную медицинскую организацию, выбранную пациентом и лечащим врачом, для того, чтобы осуществились госпитализация для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Но также необходимо отметить, что на территории Карачаево-Черкесской республики тоже оказывается высокотехнологичная медицинская помощь на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы по профилям травматология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология. Хорошо. Как может человек получить направление на стационарную медицинскую помощь? При наличии показаний у пациента лечащий врач выдает направление на плановое стационарное лечение. В течение 14 рабочих дней данная медицинская организация, куда направлен был пациент, должен решить вопрос о госпитализации. В случае нарушения его прав на госпитализацию, он имеет право обратиться в свою страховую медицинскую организацию для решения данного вопроса. То есть к вам? К нам. Очень часто пациентам назначают МРТ или компьютерную томограмму, такие вот дорогостоящие обследования. Но мы знаем, что в нашем регионе зарплаты невысокие, а тем более невысокие пенсии, и людям пожилого возраста достаточно накладно провести такое обследование. Могут ли они получить бесплатное направление? Дело в том, что компьютерная томография и магниторезонансная томография, они входят в услуги, оказываемые бесплатно в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Да, имеет место быть, может быть, аппарат сломан. В некоторых медицинских организациях вообще отсутствуют данные аппараты. Поэтому существует приказ Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики о маршрутизации пациентов в те медицинские организации, которые имеют данное оборудование для проведения бесплатного МРТ-обследования. Показано ли МРТ-обследование или нет, решает лечащий врач. В случае выдачи направления на данные виды исследований пациент имеет право в течение 14 дней, не позднее 14 дней, пройти данное исследование в ту медицинскую организацию, куда было выдано направление. Дира Ибрагимовна, очень часто от наших зрителей мы слышим жалобы на то, что они лежат в больнице, и часть лекарств им предоставляют бесплатно, а часть предлагают купить самостоятельно. Скажите, может ли пациент как-то компенсировать свои затраты, и что для этого нужно? Если данный пациент обратился с жалобой на предложение лечащего врача приобрести лекарственные препараты в период стационарного лечения, конечно, он имеет право позвонить страховую медицинскую организацию, и наши эксперты могут выехать и провести очную экспертизу. Может быть, они согласятся с мнением лечащего врача, может быть, не согласятся с мнением лечащего врача. Это уже будет решаться на месте. После стационарного лечения пациенту необходимо сохранить кассовые товарные чеки на приобретенные лекарственные препараты в период именно стационарного лечения и обратиться с письменной жалобой или в ту медицинскую организацию, в которой он получал медицинскую помощь, для рассмотрения вопроса о возмещении затраченных им денежных средств, либо в страховую медицинскую организацию с подобной жалобой, для того, чтобы медицинская организация вернула ему затраченные денежные средства. Специалисты прогнозируют, что в этом году люди гораздо чаще будут обращаться именно в государственные медицинские учреждения, ну, потому что ситуация в стране такова, экономическая, нам нужно экономить на всем. Какие изменения произошли в программе обязательного медицинского страхования в 2023 году? Расширилась программа генетического неонатального скрининга новорожденных. То есть, если раньше при рождении ребенка проводили скрининг всего 5
наследственных заболеваний, то теперь это производит на 36 наследственных заболеваний, что позволяет на ранних стадиях выявить эти заболевания. Затем большое внимание обратили на проведение реабилитации пациентов как в амбулаторных условиях, так и в стационарных условиях. И также уделили внимание диспансерному наблюдению, расширили перечень заболеваний пациентов, которые нуждаются в диспансерном наблюдении, и перечень заболеваний, при котором необходимо постоянное обследование. То есть эта территориальная программа на 2023 год, она стала более объемной по количеству медицинских услуг, видов и формам оказания медицинской помощи. Индира Ибрагимовна, большое вам спасибо за ваши очень полные, интересные ответы. Думаю, наши зрители услышали, сделали для себя правильные выводы и будут чаще обращаться в вашу медицинскую организацию. Спасибо. Кстати, обращаться в региональное отделение МАКС-М можно круглосуточно. Для этого здесь создан консультативно-диспетчерский центр. Вы можете позвонить по номеру 8 800 333 6603 и задать специалисту любой вопрос. Вас обязательно выслушают и помогут.